Ларик, салут. Привет, привет. Юску куэйсе. Хамутурли пинту филмари. А, филмажен темпу фотомэни? Сигур, сигур, а что делать? Астаи респонсабилитати ностра. Ты же сам ткан организаторий, Сереж. Шо ной пинту ной турне уистай и аподжоу сезону уйдат, ашак тем... Браво, браво. Уоки пивой, як и виниш Андрей. Кучиняй прямо жёг. Жёг. Ну, Кондрей? Кондрей, ага, понятно. Кумма диспозиция. Тимпуй просто нереальный. И нереальный просто. Я могу не мену мемлад. Эти ж фетели жака. Валера Акулу Сантриняза. Дымич на фетели. Видим, держать. Пар курсу мяч. Бун, хай, хай. Сукчес. Артур, салут. Нурок. Чифач. Ю факбини. Ю тифилмяз пистигар, но я как ускара, лергем, фаши, мутим. Тифилмязом и пистигар, но это фаши. А уз... Да. Ю спсуларик. Турнивый стоя по джеу сезону уйдат. Шино и амандоя с тем, как... Штикум. Штикум с панеланой в Сочи. Главное не ударить в пляж лицом. Ну, короче, но если тем, как Бёрн Борг, Și John McEnroe, care, de la Wimbledon? Nu, care nu lipsesc la jocurile de la Laver Cup. Da, de la Laver Cup. Da. Dar nișat, noi nu lipsim nici la un joc. E, la cele mai importante meciuri să timp pe loc. La toate meciuri. Eu, da. Zic, eu vreau să spun una, că noi am început toată liga asta de anul ăsta prin aprilie, când am început să adunăm toată lumea asta. Uh-huh. În mai a fost primul turneu, în care a fost, eu cred că, o enormă doză de atmosferă pozitivă și de emoții pozitive. Și eu sper că da. Exact așa să-l terminăm. Ne-a energizat pe tot sezon. Da. Auzi, dar noi a să discutăm pe tema asta aparte, nu pe sigară, știi? De să pregătim corturile, că băieții lucrează aici. Hai. Давай. Виталий, здравствуй, как дела? Привет, привет, хорошо. Ты меня понимал за зрелищем, как я кормлю. Да. Животных. Ну ничего страшного. Животные, они, знаешь, как собака друг человека. Да. Так получилось, что Алексей тоже попал. Последний, так сказать. Для меня неудивительно, он заслуживает. Как некоторые, которые тоже так попали. Включая организаторов, по-моему. Ну, что делать? Ну. Такова селеви. А чем вы купили всех остальных, чтобы оба организатора зашли? Мы не покупали, мы вообще не рассчитывали. Я, честно говоря, если можно было бы откатить время назад, я бы с удовольствием бы был бы только организатором и первую восьмерку бы лицезрел. Ну, а сейчас придется кому-то ехать. Придется. Кто-то поедет, 100%. Кто, да. Посмотрим. Вопрос. Угу. Твое мнение, вот две группы, да? Как думаешь, кто выйдет из первой группы? Не знаю, мне кажется, что явный фаворит первой из Турза. Угу. Вторая, она более сбалансированная, ровная. Видишь, в первой, может быть, можно сказать, там кто двое, да? А один из организаторов и из Турза, разумеется. Ага, понятно. А вот в этой группе, где играет Лёша, ну, я думаю, там... Шансы есть, ну, практически у всех. Все зависит от того, как сыграют первый матч, потому что в турнир втянуться всегда тяжело, тем более тут давление над ребятами. Не сам приз, а саму... Три матча подряд. И право участия в таком итоговом турнире, это тоже имеет, ну, давление. И так все нервничают, все психуют, мандраж стартовый. 100%. У меня вчера тряслись руки, если честно. Так оно. Я же, получается, позавчера только узнал. Или вчера, не, позавчера. Да, позавчера узнал, и у меня не было никаких эмоций. Моя задача была, ну как, мысли были только о том, чтобы все хорошо организовать, знаешь, чтобы все прошло по плану. А сейчас уже и как игрок, и получается, что мы в одной группе с Артуром, мы всегда будем на корте, получается, весь уикенд. Вот думаем, как это тоже обыграть. Ну, я думаю, что все получится. Да, конечно, получится. Куда вы денетесь? Все нормально. Хорошо, а еще и дополнительный турнир. Это да. Кроме восьмерки, дальше. Хорошо, тебе спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо, что ты рядом с нами. Да, и удачи тебе на предстоящем турнире. Спасибо. Там у тебя есть должок, я так понимаю. Ну, на финал. Хорошо. Все от жеребьевки зависит. Да, хорошо, все. Счастливо. Пока. Пока-пока. Опа, Фини Монажутор. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Как физика? Физика? У меня или будет, или лучше, будем, чем по химии. Да, или будем посмотреть. Ну, пока нормально.
главное получить травму, наслаждаться процессом. Да, вашей группе повезло, вот из-за баллона у нас не получается сыграть все игры, в обе группы в пятницу, поэтому у вашей группы будет один день отдыха. Отдыха завтрашний. Шикарно, спасибо. Так что, если что, у тебя будет возможность восстановиться. Супер, спасибо. Тебе удачи, немножко мандражи, как вообще, ну, вот вообще? Есть чуть-чуть, ну, самое основное, чтобы чувствовать себя хорошо физически. Ага, ну это да, и получить удовольствие от того, что делаешь. Именно. В данном случае от игры. Марина там старается. Давай, Марина! Иду помогать Ларику. Салутари. Салутам организатор. Кум. Спортиш. Теннисмен. Кум, бини. Виза мэджи томпинг пилипса уймифай. Am pregătit chiar psihologic, încercam să mă pregătesc pentru primul meci cu el, un meci decisiv. Mai ales că voi ați mai jucat. Da, și am mai multe pierderi decât el victorii. Dar necătând la faptul că este locuit cu Alexei, cred că o să fie un meci destul de interesant și am să-l abordez în aceeași măsură. Că vine și Alexei. Fără ca să fiu relaxat și din contra să joc pentru rezultat mai bun. Sper să reușim. Cum reușești cu emoțiile înainte de meci? De eu deja am trecut etapa de emoțiilor până la meci. La mine e problema cea mare și e cunoscută de tot. În timpul și după. De tot universul. Asta e atitudinea și atârnarea mea în timpul meci. Dar eu nu fac cu rău față de adversar. Asta e o pe intern. Da, e a mea internă, care eu nu pot încă deja, dar eu mă strădui și datorită observațiilor voastre, eu mă reduc. Și sori dacă mi-am luat pe așa spune. Sori și din partea noastră, dacă facem observațiile, poate nu la timp. Poate, vă rog de fiecare dată să ne atenționați. Bun, ți-i succes, o să fie și un meci și un turneu frumos. Și timp frumos. Da, mersi. Alexei, здравствуй. Здравствуйте. Как, ты готов? Очень рад, что попал в восьмерку. С 12-го места просто. Это как снег на голову, просто такой сугроб, знаешь? Да, но я получу, думаю, удовольствие. Ну, это... Соперники очень интересные все. Ну, насчет снега... Сильный соперник сразу попался. Да? Это как в том фильме про снег, знаешь. Эй! Как там? Типа, здесь не ходи, там ходи. Да, снег башка попадет. Так вот, тут, знаешь, как надо вовремя сориентироваться. Понятно, будем что... стараться, главное не ударить грязь лицом. Да, ну, ты идешь с, как говорится, тебе ничего доказывать не надо. Правильно. Вот, наверное, психологически тебе будет легче всего. Да, потому что я когда узнал, что Женя не сможет играть, у меня там не сразу, но после осознания, что мне придется играть, я очень хотел попасть, но так получилось у меня. Аж руки тряслись, знаешь. Да, есть, мандражи есть, конечно. Хорошо, тебе есть. Удачи, спасибо, красивой большое. Игры. Счастливо. Мы на четвертом, да? Да. Ребята, начинаем. Все, Артур, мерси. Дайте, вы прям бомба. Салют, Дима, кумка. Салют. А что связ с частям темпо. Да, просто вышел. Мотивация, мой депар. Мотивация сериас. Ce zici? Referitor la rezultate? Da, cum crezi? Tu cum ai votat în general? Eu am votat pentru Codreanu aici și aici am votat pentru Larion. Aha, clar. Profesional în contextul că, mă rog, după performanțe. Dar ținând cont, discutam cu Vitalic când își trebuia joa și cu Vietu, i-am spus că țin cu tine dacă Vietu o să te bat. Ага, л-ай мотиват, бинишот. Да, Грецу алуат все на винит. Мород, паре рău pentru el. Да, ши ной ам încercat să-l împingem. Hai, poate te gândești, poate ieși, poate cumva. Ei, да, мород, нормал, că nu ți se-mi zbine. Eu sper să recuperezi mai repede, că e un jucător destul de motivant, chiar și la nivelul 7. Eu cred că ar face destul de multe. Tu te-ai înregistrat la 6, am înțeles că fizic te-ai recuperat, da? Adică sau consideri că se poate încerca? Eu vreau să încerc, să încep să țin măcar un pic minge, vreau să fac cât mai multe game-uri să-mi iau. Nu merg pe set-uri, pe game-uri, să văd. Încet, până în primăvară vreau să merg, nu stau pe dreapta. Bun. Scopul de bază. Mersi că ai venit și te așteptăm la turneu. Într-un ceas bun să fii. Mersi.
Шашлютка зычит. Здрасте. Здорово. 5-5. Что, тут все лаки-лузеры собрались? Бля, вот он нас подколол, короче. Присаживайся. Хочу вам представить следующего в очереди, кто согласился, потому что все остальные отказались. Приходится спасать ситуацию. Да. Какой тут счет? 5-5. 5-4, вел 30-30 был счет. Ларик первый сет взял 6-3. Я так понимаю, спрашивать тебя, кто победит, нет смысла. Нет смысла, конечно. Я свое мнение высказал публично. Я понял. Вопрос. Хорошо. Участвовал на референдуме, да? Демократично. Смотрим дальше. Ларик, поздравляю. Первая победа. Заявочка. Как прошла игра? Трудно, но... В принципе, я начал в какой-то момент вклиниться в игру Андрея резанными, начал проигрывать, ага. Но потом собрался и ясно. Очень хорошо играли, хотя даже несмотря на счет, плотная была игра, очень много геймов, 40-40, больше-меньше, играли по 10. И какой счет? 6-3, 6-1. Ага, ясно. Ну, нормально. Поздравляю. Да. Не по счету. Не судите по счету. В субботу следующая игра в 15:00. Да, буду готовить. Ждем тебя. Андрей, пресуха. В смысле, пресс-конференция. А. Так со стороны вроде неплохо, но где-то что-то как-то вот ну, чуть-чуть. Ну да, еще физически не в лучших кондициях. И чуть-чуть внешний раздражитель тоже сыграли. Да, но это... Будем осваиваться, привыкать и... Стараться наслаждаться. Понял. Шансы еще есть. Две игры впереди. Надо давить дальше. Там ребята, я смотрю, тоже немножко усложняются. Бегу к ним. Давай. Все, ждем тебя в субботу. Спасибо. Давай. Шапте чинч. Чинч патру. Патру здесь трезича. Чинча минч димеч динь катин свою. Так, Майк, сигат, ты меня сам на КЛЕ турнирался. Да. Форти Формоз декларация. Мен плачет декларация. Бэт Сен Джерон плачет. Я был оптимистом провинциал. БС Феличтеру меч Форти Формоз интенс. Ну, фост, созычем, меч ку скору 6-0 сочи в 11. Да, ниш ну ай кум сфачи 6-0. Бэт Макрафи и Карни. Кумай рюшит. Аса ну и мира кумва, а чинча меч не меч. А чинча, я ну и номер. Я мастерус не могу не сласа, как мы... Матомина и... Да, коррект. Вот сперт. Начер с пункту Делазер. Бун, а и пус прима карамида. Пентру решен семифинале. Браво. Результат рюшит. Филичтер. Сымбета лавора трей. Да, спасибо. Сенсей. Спасибо. Что... Спасибо. Очень классно, чего... кайфанул. Чего не хватило, чтобы... Такой... Не хватило. Я не иду, чтобы не смущать. Да, хорошо. Его опыта. Конечно, чувствуется и техника, и опыт у него намного сильнее, но неплохой результат. У меня было ощущение, что именно вот этот мяч у сетки, который он сыграл с бэкхенда активно, и ты его в сетку ударил. При счете 30-30. Да. Нет, при счете 15-30 было, нет, 3... да, я его должен был... 30-30. Нет, 30... ну ладно, не 30-30, 30-30, по-моему, да. Вот он был один из... А может 15-30? 15-30 было, и этот мяч стал 30-30. Да. Ну, все равно, отлично сыграл со стороны. Супер, я кайфанул вообще. Классно смотрелось. Спасибо. Но, все впереди, у тебя еще две игры. Ну да. Надо две игры выиграть, и все. Спасибо. И ты почти в... Потому что счет хороший для выхода. Если у трех игроков хороший. Будет по две победы, у тебя счет очень хороший. Угу. Все, спасибо. Спасибо большое. В субботу увидимся. Все, Артур, примази. Отлично, блядь, меч урли просто прикольный, монетаиста. Да. Виталий. Бэкхенд усяло у фос, Виталий ключевой. И он спустил. Да. Я спустил Дима. Дима, я кастал фос пункт. Бэкхенд умел и кобыта, и удачу латым пушка. Ну да. Импортант все пушки латим. Импортант, да ну туда у нас, конечно. И он дурезен, то сука. Бон. Сейчас.
The next day. Артур, котру аша дьюти ту? Я рассказываю, шиту фашич. Eu fac, eu mă gătesc că te-l aștept pe Adrian. Aha. El a venit. Eu am văzut că a venit. Să vedem în ce formă el, că după față arată tare bodera și zăreajă. No, no, eu am început să mă tem. Odusul, în sfârșitul sezonului, în la nivel cel mai înalt a jocului lui. Da, da, el în formă foarte bună. Da. În ultimul lui meci, un joc foarte, foarte bun. Că după față se vede. Da, da, e fericione. Asta, știi, Adrian fericit, Crăciun fericit. Da. Salut. Ești ca întotdeauna gata de meci. Da. E cât ți-a înțeleg. Iau și timpul bun. Timpul e mai bun nici nu era. Cum, oleacă de mandraje că ai hapanit și tu oleacă? Noi cu... Este, simt, așa, noi cu Artur tot așa, că Artur ne-a spus că dimineața a avut, dar mi-a spus, da nu e vă nafic, știi? Am jos treabă. Sau o să înceapă mai tare. Ясно. Будь боец, вову, сукчес, ламеч. Стаса шила дистанцию мой Марио Мудиалпу. Я думаю, даже не амвотапу, например. Ши... Своведем пикорт. Обязательно. Кумас вотат. А, да, точно, точно. Вы с отец... Я вам дискел от кшти. Короче, аж и подставу причислил. Договорняк. Да, да, да. Так, тут Сантаняз. Компионе, компионе вен. Адика... Лидерии группы Red. А, группы Роши. Пойну, он один лидер. Он один лидер. Кум. А ведь я принцу Клар, клар, я фильмец. Бон Виталий. Вов сукчес совет меч в Бруніч, снова травмация. Мерси. Мерси кая винит. Ши, мне нет он не муркум Петерена. Он своему дела пилоту. Бон, Бэтсон Калзес. Си, си сон там плачь, Степка. А, понял, понял. Дима Салтаку бой? Дима. Салут. Салут. Туреви, да? Туреви. Саша. Да. Как твой подопечный? Прекрасно, готовится. Я смотрю, он согрелся уже. У вас... Короче, все по программе. Ну, должны же быть какие-то бонусы. Ясно. Пришел, согрелся. Хорошо. Ты ему уже сказала, что будет, если он проиграет? Ничего не будет. Ничего. Ну, должен расслабленно. Самая настоящая поддержка. Вот расслабленно играть, как получится, так получится. Главное получить удовольствие и показать свою лучшую игру. Если покажет свою лучшую игру и выиграет, молодец. Если покажет свою лучшую игру, а соперник оказался лучше, ничего страшного, надо работать просто дальше. Спасибо за возможный комплимент в адрес соперника. Там ребята, я смотрю, играют. Ты как считаешь, ты на кого поставила? Я, по-моему, поставила на Андриана. На Андриана, да? Да. Хотя ни разу в жизни не видела, как играет Артур. Ну, хоть посмотрю сегодня. Да-да-да. Не, я думаю, что там есть шансы у обоих игроков. Все зависит от того, насколько собрано будет играть Артур. Шансы есть всегда. Даже если 100%. Зайченко против Вильямс будет играть, у Зайченко все равно есть шанс, потому что Вильямс может подскользнуться и так выйдет. Мы как минимум будем болеть за Зайченко, если что. Все, у всех есть шанс. Спасибо, что ты рядом с нами. Я всегда. Валера. Дима, ком. Ты мені думаю фільма, тому що здав телефон, от ти спині до квінті ла ломі. Ла ломі? Кум, а от що в мандражі каша мінясь? Йо, краткі, ну нумас. Йо, так ще сі, йо, кін Женя кертока не скріз, но спати, йо, ламін дятуще мандражу, значі, от. Да, дя мутрик. Клар, вообще, гата не меч? Спер кас срамонить замочиться. Шикум. Надеюсь, я у тебя первый. Да, надейся. Надеюсь. Ладно. Да, долго винти с помощью. Че проверяете про адресару до мест? Отел. Проверяем акрискут консидераду. На тоати аспекте. Ну, он мне пишет. После форте интересан. После черк тактик. Демонстрируй, как почитать целевую черемогонь. Анчаркас?
Сперем, коли Дмитро нас покормите. Юга, там емоції. Сукчес, сукчес. The next day. Саша. Ау. Как там Дима? Готовится, спит. Готовится? Пришел в себя? Думаю, да. После такого матча сложно. Два матчбола вытащить, я посмотрел вчера повтор, это было круто. Не, молодец, молодец, Дим. Первый шанс. Ну да, с двойной, так, на первом же матчболе слился, блядь. Тоже ничего. Ясно. Хорошо, у вас? Салют, салют, салют. Ну, кубой нужен, кажется. Виктор, а здесь мы глядемся, я в банде, либо в Уэде, так, ну, надо по мини фазить интервью. Да? Уйтат по телеграм, что он мою, что там бракат, дезбракат, тот фер. Important că ești în mișcare, știi? Asta am o ciudă pe tine, când ești stricat tot. Noi mâncăm un film cu tine, în diferite poziții. Nu trebuie. Am o ciudă pe tine, când ești stricat tot... Weekend. Tot analitica mea care am făcut-o în tine, știi, și tu... Când ai filmat video-ul celălalt cum noi ne antrenăm? Nu, asta da, asta e foarte bine, mersi mult, am înțeles că eu joc balet mai degrabă decât tenis. Dar tu nu erai singur baletmeister pe teren, știi? Erau doi, eram și eu pe acolo. Da, dar tu mi-ai confirmat chestia asta și m-ai enervat și mai tare când am văzut scorul de la tine de ieri. Asta de acum m-a știi, m-a apucat, zis, blin, nu, asta ceva nu... Auzi, eu nu știu ce crede Artur, dar eu am de gând să mă calific din grup. Băi, eu cred că tu trebuie să te apuci în primul rând să faci exerciții fizice. Nu, dar până acum. Deja nu, toată iarna. Eu știu, toată mersi. Iarna. Toată iarna trebuie să faci. Dim, ca să înțelegi, eu am adăugat după traumă 4 kg. Asta deodată s-a simțit. Da, adică lipsa de mișcare, adică n-am putut să... forțez toată perioada asta și din cauza asta plus 4 kg și normal că rezistența a scăzut, că eu în iulie eram, știi cum, I believe I can fly, cum să spun, așa că revenim. You can still după mine, auzi, ideea este foarte simplu, ce ne-a spus Artur, că un lucru foarte simplu, că uitați-vă în pașaport și nu mai e asta, eu nu sunt de acord cu el, parțial, din simplu motiv că noi trebuie pur și simplu să luăm în calcul și recuperarea mai îndelungată. Sigur. Bun. Dima, ți-ai mersi. Mersi ții. Și hai să ții succes în meci. Și vă ubat. E chiar să vă văd cum a jucat. Mersi. Laric. Лидер. А еще? Внимание, работает тамбон. Спасибо, маска. Лузы, Ларик, а ты еще к нему дал? Нет, ла, вам, что ты рай раз, и вот окренесит, и ему вот когнитивный диссонанс. Кстати, перед раз мне позы лечили. Ну да, кстати. Ну и куларик, а узы, боец, ну и куларик, нержем ему дуэн речи, он локур дифферити, не порнит фэрес с некордоном, не ему дал нет, ла, вам один лал бит. Шадо Уара Ла Джурджу. Да, кстати, он Булгария. Ну, когда? Держи ему канал, он Булгария. Да, это бензовозу с кабин прибат. Ну, бензина и со скомпьютер. О, Ларик, ту ксеня же. Кувитали. Шком. План на игру. Замучить. Может быть, да. Замучить. Соперника, а потом да. Понедельник пойти, заставить его нервничать. Понедельник пойти в прокуратуру и объяснить это все, да? Сжечь пенель. Это секретное оружие. Ларик, ты сукчес. Ты ешь такую прима шанс в группе, как Адриан Парк тот. Я спус, когда... Я спус, Адриан, да, к штигаз мы не пасмуя сломить, все. Да, мы не сужукаем фиг армейте. А мана здесь только софт сервать, мара. Пойду, вообще, вон. Domnul Elecu, tot e pe alături. Da, Dim, ce spui? Tu ești în văsătie pticiva păliotă, acrălion. Eu sper că pticica despre care tu vorbești, asta e ariol. Наверно. Joi și tot cu un ariol. Da, cel puțin. Ai plan pentru meci? Da. Plan să câștig. Asta e plan uragan. Понятно. Саша, у Софии тут сына, нас? Ну, кунуск, кредка, да, да, мать родил. Дальше кредка, фараста, нас под? Я ну, что? Тучи поверяю, я вам стою вот этом подривами. Да. Да. Слава Богу, когда кости где замочат. Дима, ты сукчесла меч. Что это такое? Я вот от пенштини, ну это так ее мой пацанул, респект Артур. Дима, нет, не спать. Тут треба скрестить. Тут треба скрестить.
Și eu mâine câștig de la Adrian și am plecat încolo în sus. Eu văd că tu totuși nu vă să te ce o părere. Eu sunt pe minim o spisuit, dar eu știu, eu am experiență de câștigat turnee. Nu e minut o spisuit, încă ieși țin în forță. Eu așa, ieri așa, 9-7 am arătat că pot. Vorbim după meciurile noastre. O, 100%. Come on. Posibil. Привет, Леш. Ну как ты? Да, готов к второй игре? Да, всегда готов. Эмоции? Немножко. Немножко есть, да? Ну, ты играешь с кем? Андрей Галилюк. Ага, ясно. Я думаю, что будет интересная игра. Я очень Сережа очень пришел тоже посмотреть последние геймы. А может быть, Стас Кампион. Да, у него кашлят. У него кашлят. Кампионат муниципалей. Да. Ага. Школа теннис. Браво, Филичтер. Филичтер. Мандриэлу тата, да? Да. Браво. Тата. Браво. Генетика рулит. Салют, Виталий. Гата не меч. Чистой? Да куда? Сигур, сигур, клоти. Я обвиню, мерси. Аштеп меч, мы прогатецк. Шти, ка лумя сам вартеш алз в журу кортурилор ноастр. Шти, мулцумес. Да, май врау, май врау сенсации. Înțelegi, cum de bunovară, nu de mult a fost și poate băiatul ăsta care noi îl considerăm calul sur, cum ar fi cea mai lășat, că poate mai face azi un rezultat. Tu de frumos. Cine vorbești? De Artur sau ce? Nu, eu vorbesc de Dima Rusu. Poate el reușește să mai scoate un rezultat frumos. Căroși, unica întrebare este la care nu avem răspuns, asta cu cine ați joc eu final? Tu știi, eu am vrut ție în privat să-ți, doar ca sugestie, să-ți dau să mai faci o de asta, un vot pentru câștigătorul... Locul 3? Nu, sau, câștigătorul finalii. Aha, mă înțeles, noi știm, noi adică punem pe perechi, dar nu știm cine o să fie finaliștii. Aha. Și aici tot ar putea să mai bagi intrigă în eu cred clasamentul că de final, că aici o să fie cel mai greu de ales. Când tu alegi pierd perechi, e mai simplu, dar când tu dai un pronostic pentru un concret, un singur doar vot pentru un singur jucător, atunci șansele sunt mai complicate. Ții succes, noi mergem să-i schimbăm. Succes și vă. Acuș, acuș, acuș. Andrei, настрой? Отлично, как и погода. Ты серая лошадка, так что ну, мы так считаем, что у тебя шансы есть еще. Да у всех есть шанс. Поэтому тебе хорошей игры, несмотря на то, что Алексей рядом. На Алексея вообще никакого давления нету. Он, как и я, lucky loser. Но lucky loser в плане мы попали как lucky loser. А так мы все чемпионы. Все, вам удачи. Дима, хай, я на интервью делал меня. Виктор, да. А ты гэнстер не имеете? Ну, стиком. Am auzit așa o expresie, știi? Într-o ureche cântă căpzon, într-o două ureche auzi defibrilator. Da, băi, dar trebuie deja să te determini la capitolul să joci mult mai inteligent și mai puțin efort fizic. Da, să vedem cum Artur. Totul depinde de Artur. Dacă Artur să-mi permite, eu să joc. Păi, dar nu cred că trebuie să-ți permite. Trebuie tu să conduci meciul respectiv. Păi, să-l induci. Să vedem. El joacă activ, agresiv. Activ, agresiv, până îl doare genunchiul și după aia gata, se oprește. Da, bun. Bun, să-i baftă. O să încercăm. Mult succes. O să iau și lua Artura să iau interviu după aia. Bine. Ceau. Что вы можете сказать после матча? Ну, сегодня намного лучше, конечно. Возможно, и погода сыграла, плюс... Возможно, дело соперники. Ну, конечно, вчера соперник тащил все, приходилось бегать долго. Вот сейчас ребята тоже бегают. Я с Адрианом столько не собираюсь завтра бегать, буду играть. А что будешь делать? Ну, более вариативно буду играть. Более вариативно. Ну, мы тебя поздравляем. Спасибо. 6-0, 6-3. Без сломанных ракеток, мышц. Чуть-чуть не попал во втором, но нормально, вовремя собрался, забрал. Молодец. Все, спасибо. А второй еще не выходит, боится. Боится попраться. Как вам матч? Блин, хороший матч. Витя пришел, молодец, ночью настроенный на победу. Я просто пришел победу. Немного побесил его во втором сете при 5-0. У него матч, а матч было бы. Ракетки целы? Все целое. Нервы целые, все целое. Колени?
Колени тоже. Не, я кричал и нервничал не за счет того, что я проигрываю, а за счет того, что я не могу нормально ударить. То есть я понимаю, что надо делать, но ноги не приходят, руки не работают, ничего не работает. Я матч проиграл, знаешь, когда? В первом гейме при счете 30-0, когда я вышел у сетки, и чтобы мне сделать 40-0, я забил вал. И проиграл. Я там целый сет был. Так мог сразу уйти и аренду корт, как будто продать. Надо было, я хотел. Ну, блин, Витя молодец, он настроился, выиграл. Красавчик. Ну ты не плачь. Вообще не плачь, не было стресса. Салут, Михай. Народ. Я как у мамы спус. Тивот пятини лингокортурш. Йос гад. Боческ. Если боческ. Боческ, это без фигат, а до узели нормаш, а без силут. Узи. Тукум тисимц. Супер, не знаю. А, мне что, банды действия. Ага. Кинесио. Da, mă tu două zile, acum sunt în regulă. Sunt aha. Gata, chiar mi-e dor. Bun, hai, ții meci frumos și sper să se revanșez cel puțin acum. Nu, nu, ba, serios. Sergiu e bun, dar eu știu că poți. Succes. Mulțumesc. Так, băieți, și la voi. Putem să vorbim. Понял? Am înțeles că... Скоро. Дурат форти мут. 6-3, 6-3, да. Ага. А мне пресса конечно когда у сетер лата и брейк, шинг штай брейк. Ага. Понятно. Мультигеймер патрик. Так тебе бусет на самом кабине. Форти мут, да. Мандой ему бусет. А спати Оляк иди. Вин, сяра, Димонката, шабини шора. Оляк. Оляк, аста ше, нормал, нормал. Рекавери, ти да. Клар. Бун, ира, ира интенсив. Дин про партия шапаря. Ши, студия нержик. Мне, ну что, я смогу не сходить в какую-то хотень. Ну и мы, да, наша, нам не справа. Хорошо, success. Давай. Саша, да. Выше нос. Да, нормально, завтра Артур. Артур, ты мы не щипаешь. Какая... Скажи счет, какой нужен, я сделаю. Хорошо, договорились. Он не штемеет, собатина. Ты мы не щипаешь, Дима. Дима, щучка. Понятно. Все. Удуска с ней договорим к тебе. Тут спони к тебе. Сенщепе с ней договорим. Тут спони к тебе, мы резко штиги. Доспщ? Все, не надо. Хорошо, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну. Ларик, да. На высоте, красавец. Да как-то... не, какой высоте? А что такое? Что не так? Я недоволен своей игрой, но этот... Но результат на табло, да? Да. Нет, я понял, что я очень неудобный соперник для Виталика. То есть, и не что... только. Да, ну как. Для него очень удобный, потому что я только возвращал обратно. Знаешь, сел в защиту. Ну, в потому... глухую оборону. А? В глухую оборону. Да. Короче, поэтому... ты у нас будешь министр обороны. Я бы не хотел, чтобы быть министром обороны. Хорошо. Так, да. Ждем тебя завтра. Ты почти-почти квалифицировался. Что значит почти? Хотя теоретически... Не, надо посчитать. Грибешок. Андрюха, красавец. Слушай, я не могу вспомнить, как ты меня называешь? Гребешок, это такое, знаешь, морская гадость очень вкусная, очень полезная. Ну, ты еще в теме. Да. И я тоже. У нас такая же ситуация, как и у вас. Ага. Поэтому завтра не, будет. Ты знаешь, шанс. Не такая же. У нас есть вариант, что трое игроков могут иметь по 2 очка, ага. По 2 победы. А у вас такого уже невозможно. У вас двое могут иметь. А, иду. Так, вызывают. Называют. The next day. Винни фаворит. Дорог. Кум. Нормально. Тебе не толяк? Да, кум. Его нормально. Он трасшу ему будет. Чай настрой. Настрой боевой, да, кум. Ту. Супер, а сам, конечно, интересно. Ну, у вас фильм меч формосы какая-то. Самое импортант... Кайлану и форти мол суспансом на группу нашу, что и мультиварианте. Да, это Дипини. Да, Дипини, Ждимини, Ждитини, Жди Дима, Жди Артур, короче, варианте мульти. Ну, сорвем ему меч фурмоз. Давай. Давай. Салут, боец. Ларикум, Ежгата. Да. Ту фэра пресимуни, фэра немик, а здор плачели. Да, фэра пресимуни. Да, я стихуму. Да, ши пресимуни твой, я вам спуни. Али бомбис пресимуни, да. Да, ну... Фигер, да. А. В этом деле дикалкули. Дикалкули, конечно. Să-ți ții ții important să ieși cu 3 victorii. La părinul mă, este important. Alexei, dar tu? Tu tot fără presiune. Și la mine calcule cum ne-aș faci pe album, nu ies. Iasne. Cruci rosele de se flate, da? Clar, noi cu Adrian azi facem o zarubă. Nu,
будем стараться. Я присоединяюсь в интердоля меч на ноге, так что... А, Акола и... Я очень вспомнил. Вы вот самок и штиком Акола... Ну, мистаркас, не удихнем аичи. Пускай у них Акола сарс контейнер. А вы штиком вспомнил? Collateral damage. Вон, Вова, сукчес, бец. Man in red. Рок. Из Гатас. Сперка, да. Ай, спера, спера. Штиком. Și eu că spun că lift trebuie doar să câștig și tu ca să ai vreo șansă, că lift trebuie doar să câștigi. Eu numai cu gândul ăsta am ieșit azi afară. Succes, baftă! 10 variantă, de ce nu poți? Не можешь что? Не может выиграть. В прошлый раз сказал, что все молодые, он старый не может. Кто? Ну, Виталик. Пират, который. Где старый? Что? Смотри, он вообще... Я не пират, это шутки у меня пиратские. Скажи мне, как настроил Дима? Вроде боевой. Сейчас узнаем, после матча узнаем. Ясно, короче, он больше думает о нашей игре, наверное, чем о своей. Да, он думает о всех играх сразу. И за Виталика переживает, и за Лёшу. Все, главное, чтобы ты не переживал, тебе нельзя. Можно. Давай. Андрей, ты готов? Да, видишь, у вас, вот у вас блокбастер. Знаешь, прямое решение вопроса прямо на корте. Я взял вот велосипед, чтобы быть быстрее. Ага, понял, понял. Виталий, ты сейчас пойди жок востр. Жок, когда бичей. Никуда ж там дёг. Демиш купил для футбола, шат мы там дымов. Ага. Кума Феша. Может, футбол? Может, может. Но сперва теннис, да? Посмотрим, посмотрим, как оно пойдет совершенно. Хорошо. Вам хорошей игры. Жаль, что мы увидим только в записи. Марафон. Ну что, у нас тоже важные игры. Вам удачи. Вам, именно вам. А, спасибо, вот спасибо. Вам удачи. Имени? Да. Ну, азна. Стфилмез? Ну. Привет, сейчас. Как настрой? Боевой. Будем выигрывать? Без вариантов. Все. Надеюсь, что не будем. Не он не будет. Надеюсь, я у тебя первый? Да, надейся. Удачи. Не, буду бороться. Удачи всем. Спасибо. Всем. Когда Саша желает. И ему. Блин, пропустил. Амиго, ты меня слышишь? Здорово, блин. Слушай, я как минимум выиграл в этом, в голосовалке. Какой счет у вас? 6-4, 6-3. Я офигею. Ну, накаленно было. Ну, да. Блин, ну, там, наверное, была борьба, как бы, знаешь, нервов. Да, психологически. Наверное, то, что я был более расслаблен. Да, и спокоен. Было мне на руку. Я понимаю. Ты играешь с Адрианом, я играю с Лариком. А, да? Да. Ну, мы почти сели, сейчас посчитали, знаешь, и ага. Увидимся в следующую субботу. Спасибо. Алексей, красавец. Я так надеялся, что с тобой ты на первом. Ну ладно. Не-не, я уже с тобой ломался. Ларик, салют. Не готов, а что такое? Нет, ну не перейдем, я к этому. Ну ничего страшного, я тоже. Готов? Я, да. Ты с кем играешь? С тобой. Не поверишь. Понятно. План на игру все тот же, июньский. Да нет, почему? Нет, тогда у меня вообще не было плана, потому что я был после тусовки, поэтому я тогда, знаешь, тогда был план выжить. Но из-за того, что вот был очень расслабленный, видимо, не сработал. Ясно. Сегодня нет такой тактики. Сегодня будешь немножко напряжен? Я вчера спал дома, все нормально. Короче, ты переживаешь, я понял. Да. Ясно. Ну, я посмотрел немножко повтора того матча и ничего не понял. Там нечего понять. Там, знаешь, ошибка на ошибке, как бы. Ну да. Хорошо, тебе удачи. Мерси. Покажем хорошую игру ребятам. Позор, мам. Зарян салут. Диспозиция. Ешьте форма. Парка шашаша. А между катами? Парка нам диспозиция тяжелая. У Андрея между кат? Да. Короче, ты у нас сижуешь, куда нас? Ты вас ешь, пчел увидел, победил, да? Не хорошо. Клар. Отвязываем еще. Ци сукчес. Мерсиму. И с перстнем видим в финал. Наверное, он визитатор не аж тептат. Игорь Салут, ну и кратко не возьмите, мы ему делаем. Да. Кум-то. Фортепиано.
Ну вот, кидарец мега, да, рест, емоціонал. Емоціонал, ну кум. Зикий пакет на заколу, есть момент, а раста и страть. На их месте должен был быть ты. Да, зарекуперим. Что, все хотите в Турин, да? Все в Турин хотите, да? Конечно. А? Пару слов на видеокамеру, что вы можете сказать? Так, консилиум. Дело не в отскоке, надо было просто свет. Так вот, допустим, ты бы показал, допустим, вот этот свет. Понятно, что у меня есть лампа. Надо было просто посмотреть, что вы здесь обсуждали, физику. Надо смотреть свет. Не, ну был от вас следом, вот один был. Так есть, да? Не, так понятно, он не ушел туда. За их тому, что он не коснулся линии. Надо было, чтобы Ларик показал. Иларион, Фельдштейр. Мерси. Фортин кордат меч. Фортин кордат, я так Виктор Ньолат приймуся, они шли резаные мечи. Молодец, Абдуля Сетил, просто тактик, момка, как и он и чепотор. Тем понятно, тайбрейк просто и лотерей. Ну, импортантка и ревенит. Я бы тоскштил. А если он сумеет ревенить, на самом деле. Потому что когда я уже кажу, он примус сет, я формал мой ракет, 100%. Сори, кстати, и то от тебя есть. Я спечал он сетки, косну, а тим пенин. Фельдштейр. Мерси. Голос из-за камер. Да, да. Здесь все USB. Победил сильнейший. Как бы. Наш тютка Ларчик открывается так легко, если честно. До кове чуть-чуть раньше. Примус открыт КВСФИ тут, как какого кашадоля. Данрог, на доля сет, ой, на тайбрейк. А покуда врю патру и ролиша, карину ты без мультидосфи покупишь и полума дифференция фосу. Дива, дива, мандражик, да ну мандражик, крепкий. Я був мой консистент, що лаурми міжі кукарі, адіка жук кукарі ланду бурит на сі тудой, по лаурми ла матчбол о жукат, ін свершит о жукат, інтерес. Нурком м'яч варті бун. Да, в ларі філі 4. The next day. Здорово, Кадрен. Рок. Кумас. Добгіні. Мангіні кайр. Паркі мене нормально, ля. Це мене рівеніт? Угу. Я ж гата ді фінал. Ну, шкун, я ж теша сау зажат и сау пасив, сау ну кредзен форцель пропри. Релаксат, ну шкун. Релаксат? Выноси. Где? Асте форцель бень. Я мы сейчас сейчас ешь, тихо. А я ж гата скрштить. Сигу, буз гата аж спер скрштить, ну, понят, дям импортан жупен, ну, ро. Ну, я зарез и мут скчас. Мут смес. Новый репортер? Старый репортер, просто ты его не помнишь. Ты его не знаешь. Дело раскрытый. Давай, Ларион. Что давай? Повестишь что-нибудь. Будем рассказывать в игре. Пусть за тебя поговорит твой кунг-фу. Да. Если будет кунг-фу. Ну, мы с Адрианом часто играем, поэтому я думаю, выиграет тот, кто будет переживать меньше. На какой баланс у вас? Не, ну 60-40, конечно, он фаворит. Как ни крути, по-любому он больше там играет. Свободнее он всегда играет. Он. Ну, посмотрим, как сегодня. Сыграет. Ну, ты готов? Готов, конечно. Заряжен? Эстр, у тебя настроение шикарное, у него так себе. Да нет, это он не показывает просто. Я уже заметил. Тактический маневр? Да. Поэтому все хорошо. Значит, удачи тебе. Спасибо. Поздравляю, Виктор. Спасибо, спасибо. Андрей, я поздравляю за красивый матч, за спасибо. Очень прикольный, укороченный. Шикарный. Достал. Видор был, я. Виктор, далеко не уходите, пожалуйста, у нас будет церемония
награждение. Вы там заняли третье место. Ну, не прямо вот так все будет. Не-не. Я думаю, что мы с Андреем оба заслужили, как бы. Пожмем руку и поздравления или какие-то подарки будут. Мы подарим ему обнимашки, крепкое рукопожатие и воздушный поцелуй. Воздушный поцелуй. Да. Ларион, гад один финал. Да, гад. Кум. Эмоции? Вот после шампанского, конечно, появились эмоции. Надо клубнику. Перчинку, да, перчинку. Фокуша реплика ла билет. Кас овец Оляка ди. Билет у ди авион, ши ди хотел нам тут как ну штемпину мелеку с резервом. А шак... Хай, скажите еще мой бум. Мерси. Турнир финал. Дима, ты как? Супер. Я пришелся? Я короче, ты не уходишь отсюда, ты остаешься. Да, это у нас... Красавцы, просто молодцы. Билет был куплен 20 апреля. Когда с мэра там был город. Адриан Туку, Ешгата, диски шампаня. Дяму до паста, джим-джим, ну что масса жжет. Дяму эмоции лево порут. Ну что, ну ай, да, эмоции лям сын. Бон. Давай тебе тайбрейк. Ну, да, причем... Лан, блин. Ну, опса. Мы в пидзене. Бун БС. Был сукчес. А я вас обижаю. А с одной пускала переходер с... Варите, варите. Вообще, снижай, Артур. Конечно. Дима, ты что здесь? Пин, вообще не пой. А вот этот? Да, Пентру Адриан. Пентру Адриан, ага. Так, одновеки, Дим. Конкрет скоро. Я кретко с фритой брейк здесь. Ага. Клар. Андрей, что скажешь? Я за Хайнекен, за красивую игру. Красавец. Ты уже привел себя в чувство? Да. Точнее, да. Приводишь. На кого? На кого? Ну, я не знаю. Наверное, чтобы был паритет. Значит, Дима послал на Андриана, я послал на Илариона. Ясно. Александру? Буна. Салут. Привет. Я послал Андриан на Дима. Ага. Потому что карис кондиоки, да, аж логично. Ага. Ты это дупа скоро можешь. Ну, мы тебя возьмут не по восту, пять один, шам возьмут. Ага. Клар. Дело. Опт той, но опт прямо мечте. Чемпионшип. Я в шоке просто, я в шоке. Белооп дой бэс. Восемь два. БС, уляк, иди аплаузи, уляк, иди суппорт, Петру БС. Ларик, what the fuck was that? Оп, дой, Ларик, чё фасас, да? Я вам здесь просто сижу. Оп, дой, но зэ чё, ты чё? Я вот, бля, парик, момент кею фас струна. Так. Сори, да. Да, да, да. Со струнов фос моменту, дупаста у пласу фос. Ну, короче, ну, давали, конечно, просто. Хай хоть его куинить. Привели эмоции. Я как тренер. Снимать пассажиры. Укрепить его. Кумерзе ворба здесь. Причине чего ты говорил магазин. Ну, ладно, невозможно такое. Против Адриана. Филиштер мы ревеним. Саворязу, саворязу момент. До узеч ноябре, Унди. До узеч ноябре. А, пидоузеч апреля. Пуштыга, ноябрь. Пидоузеч ноябре.
Погнали, Адриан. Тащи. Тащи за дыку, да? После материя что? Ну, обдуя кондущем, да. Обдуя стоит. Моменту... А замечает в струн линой, если жёг, иначе как дуяльный, как по... Шла обдуя с рут. Nesticat punctul. Da, era strună dus o leacă mai înainte, noi asta am observat în setul 2. E dus, dar eu n-am, ca mea... Că nu revenea, nu da, revenea. Și eu am, la 8-2 am luat altă rachetă și psihologic de-am nu putem să controlez bine. Dar aici trebuie tare mult să îi controlez foarte da, bine. Da, da, noi am crezut că tu o să riști cel puțin un punct ca să faci matchball, știi? Da, nu putem, eu de-am simțem că eu nu controlez. A. Adică Nesticat la... S-a făcut un nou 2 și strun, dar la punct și ala s-a rupt strun, s-a dus. Da. Noi pe diplomă am vrut să scrim Adrian Comeback Sturza. Da, cred că să scrim și Adrian, nu Adrian. Laric. Ilarion Super Comeback. Bravo. Da, 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 da. Champion. Все, ультримитим пе Ларика в космос. Адика на Турин. Юлиан. Tu cu cine ții? Eu țin cu tenisul. Asta, da, după așa o răsturnare, asta e prost. Știi, după asta... Meci de finale, meci de finale. Fost frumos. Și n-ai schimbat ca jocul, și la fiecare acolo, 4 game, schimb rachetă. N-am schimbat și n-am strunile nici. Și psihologic e altă, gata, simți alt feeling, tu la așa moment de simt. Ține-mi pare că n-ai vrut zbori în Italia, tu deodată aici, da. Asta e zbor pe 11. Bravo, Laric. Da. Da, super. Cum să spune, meciul ăsta o să rămână în memorie, îmi pare că și la Adrian și la Laric, căruci, și eu sunt noi, pentru noi... Da, mi-a plăcut, a fost frumos. Eu m-am psihologic, m-am la 8-2 când am schimbat rachete, simțeam că eu nu am controlul. Este care eu depins. Și mai ales când tu ai momente de sili... Da, pe normal, trebuie să ai confidență. El foarte bine și eu trebuie să risc, să bat foarte, foarte precis. Și eu asta nu, eu mă temem să bat. Tu, da, corect, simțeam... adică tu până la 5-0 ai jucat perfect. Tu atacai, câștigai punctul, nu judeai la nică. Pe urmă și pot... Și îți spun că în momentul ăsta când am palit tare și s-a dus în colț și la struna ruptă s-a dus mingea. Da, mai este o nuanță. Fără Laric aici în... Da, da. Îți dai seama, el atâtea puncte nu a făcut nicio greșeală, absolut. Absolut, și era calm, tu ai văzut? Da, da, era da. Calm, dar el nu, gata, el nu mai avea ce pierdea, el trebuia să meargă înainte. Bravo, Laric. Bun. Eu trebuie să bat, să va să risc, să atacă. Dar nu eram sigur, că eu nu simt bine loviturile mele. Și eu nu eram sigur și mă temem să te puști când întorsim la puști și începem să fac ceva și greșe. Am ușit să torni ceva, că văd că dâr de mâinile până acum. Dar păcat, că eu am... Nu, ai... Ai... Da, da. Am făcut și tie break, l-am început tare ghine și... Da, nu, 8-2. Erai beton, băi, tu, eu mă uitam cum se joci. Asta e meci de vizionat, știi... Ванала истории, как сейчас понял. Ракетка еще новатая. Пожалуйста, слава финал сезона. Что ты инфан, видите? Молодец. Макарш не в один ног, я сам. Спасибо, спасибо. Кубок Акасу Пентру коллекцию. Мерси организаторе, Лора. Много, что вы, ман. Бэй, количество. То я бы сам сезон фарк-фарк. На лес ультимый турнир, это демонстрация. Венерец. Часто за это пострад, ну мере. Мистер Тайбрейк. Шум ночью. За это сейчас ты создаем эти варик лану себе и слуху тебя. Блин, я красиво создавать. Ритм. Часто по всему пути мельчики есть самый сус на мороженое. И той. Я не залез, да? Той – это не предел. Здесь ваша фото. Приуна. Ну давай. Давай. Небольшой призыв. Не вопрос, не вопрос. Мы мержим степ-бай-степ. Шмарили премию. Билету в финал.
Стампа, касса, шашамеди партии. Предлагаю согреться. Давай.